Аршан Хулипал с освобожденкой. Смотрим на ком склепа. Колкотик, Фион, резиденциум Далор, Танчестер, Морга. Поговорите кто-нибудь там по склепам. Сплево падает перед склепами. Кто умрет от стрел, это сразу сотка будет. Слева вдалеке. Справа между склепами, практически на лестнице. Слева посередине. Каждый день дарован нам светом. Маша, ты видел, откуда я ловил? Да. Ну, освобожденка, аккуратно не стакать. Аршан Хулипал с освобожденкой. Я посажу ее на место в клетку, а ты потом заберешься. Сразу минут. Хулипал в освобожденке, хилим танков. Она уже не взлетит. Сейчас посмотрим, на ком освобожденка и куда пойдет первая метка. Под босса иди, под босса, ушли все. Ушли все, скидываем стаки. Не стакает никто. Вторая тоже под босса ставится. Не стакайте освобожденку. На ком освобожденка, стойте, ничего не делайте, кроме хилов. Альфрус под босса, ушли. Ждем, пока прокастит. Смотри, чтобы вас не притянуло. Не бьем пока. Давай рост. Три хила с освобожденкой в сторону правильно вынес. Следующего под босса несем. Че, не зергаем? Нет, под босса сейчас несем. Там три хила с освобожденкой. Хотя зергаем в сторону. Инкорпорит в сторону. Зергается, 6 мультов у нас хватит ДПС. Хильцы со стаками, пофигу. Неясно, в сторону. Дайте, Олег, дай Дим на ХП. Ну, Талик упал. Почему он по КД просто падает? Тупо задушили на трай. Реснуть, пожалуйста. И у кого остался этот дебаф от Гера, идите умрите там на этом, на огне. Зачем? На вторую фазу не хватит, у нас ДПС слишком много. Ролльс талисман. Ха-ха! Сюда на базу. А ты не писал, Агния забирает, да? Это фетиш. Ты не понимаешь. Вчера, короче, Хулипал на бафе хилил с Таликом. Ну тоже не писал. Не знаю, может он лужу юзал. Его распрокивать надо. Как и чешку. А тут огонь тебе перестал работать, да? Как сомневаться, да? Да, что-то тут огонь не работает. Нет, напало на Бахтутину. Умрите на огне просто как сурку бежать.
Дом не работает. Почему не работает? Дом не работает. Вот бегаю, сейчас прыгну. Свеча. Что, поломали что ли? Ой, что, с пропасти что ли прыгать? Не было обновы 15 числа последний раз. Ну что, вы скидывать Геру или пофиг? Ну сколько там осталось там? Да скидывать надо 8 минут, скидывается Геру, ставьте шкаф, будем суммонить. А хотя не надо, не скидывайте. Извиняюсь, не скидывайте, у нас же 3 ретрика, они должны заклеивать. Что-то я не подумал. Пусть отрабатывают. Если я уже скинул. Ну ничего страшного, молодец. Так, значит, первая валька у нас станет, получается, печеньку Джерион, Танчестер, ромбик, Гиверфлайт, трусы. Под вторых валек дает Гнев Небес, Дестроинг, потом Джерион. Шуманите. А у тебя нету? Нет, должны заклеивать. У нас три ретрика, пусть отрабатывают. Свичнуть. Печать должны там побить сразу. Два вара у нас, по-моему. Поставьте сумон там. Растекать. Там сраная валька летает. Сумон. Уже сумон. Для всей перелезть еще каноба не хватает. Да ну нахрен каноба, я не перенесу. Там запомнили, кто какие станет? Не, я не запомнил, какие станет. Ты трусы станешь на нечетных. Угу. Все, давайте ребаф, пристабаф, антулапку. Все здесь. Певч там где-то сбоку фкашет. Поменяйте фрушмот. Поменяйте рыбку, пожалуйста. Неясность тут в ДЦ. У кого стоит мастер аура на тьму? Плюс амити. Ретрики. Хорошо, я скажу Джерин, но... Когда дать, потом заберешь этот Танчестер, потом Гиверфлайт забирает. Давайте чек на пул. Так, а мы можем просто три ретрика, одну ауру поставить и нажимать мастерал. По СС-ам кинь на БДК на второй фазе, Альфрус. А Гиверфлайт, ой, Дината ставь пока свой. Че, давайте чек последний. Если мы сейчас убьем, то мы успеваем на 2 кипера из-за диска. У меня 24 минуты с этих, со шмоток, с ребра. А там никто, этот мы не скидываем. Мы должны заклеивать ретрики. Ты с пула хочешь дать или что? Не, не будем давать с пула, бьем как обычно. А, диспелит, кстати, кто у нас диспелит? Блять. Олег может... Олег, ты тут? Кого я станю? Ты даешь на четных валик Гнев Небес. А то чуть-чуть не встану. Ловер подспелишь? На. Все, хорошо, ловер тогда диспелит. Потому что Олег еще может вылететь, да нахер. А то чуть-чуть не встану на кого? Нет, не надо бомжей давать. Смотрите, я диспелю на четвертую секунду. Ты на подстраховке попер. Я на четвертую секунду диспелю, не вынесли ваш косяк. Слишком далеко. Ловушка РГД прошли чуть-чуть.
Смотрим, сейчас буду чума, 5 секунд. Чума на инкорпорейте. Вынесли? Да. Хорошо. Смотрим ловушку. Великий. Кастеры прошли чуть вперед. Теневая ловушка, кастеры пробежали дальше, там ДЦ впереди стоял. Ловушку смотрим на ком? На меликах. Дестроим да. Чума там. Забирай второго шаркаря. Веди уже в РДД. Шаркаря сбери. Зумар, он на ШП. Тончестер, выбеги. Хорн, пожалуйста, Велича, а не Урдалак. Эксаблин, диспелли ее. На край идите, на край идите все. На край. На милию, на этом, на трэше чума. Трэш, я на первого на пулю. Я подбираю. Собери. Постаньте ромбик, пожалуйста. Бейте сверти, Шоня, Берни, Шапа. Напуливаю стропон. Чё там по мане? Ставьте тотем, давай Олег Гим на маму. Это уже мне Олег отдал. Забираю Пепер Духа. А трусы какими приземляются? Последними. Инкорпорейт, станешь печеньку. Прохил дайте. Прохиливаем. Собрали за спину. На тьму мастраур жмите и прохиливайте часами. Сейчас сквернение будет на танке. А, нет, на стали, чтобы лететь в звездочку. Танчестера поднимите. Агния, поднимай танчестера, поверни на звездочку спиной. Встаньте за спину, пожалуйста. Сейчас готовимся сквернение выносить в сторону. Выбежали из-под валик. А там чистили осквернение. Бьем валик всех. Прохиливайте сейчас. Масс этот гнев дай, Пеппер. Англиф раскол обнови. Все, стоим здесь, осквернение ждем. Осквернение сейчас будет, смотрите на ком. На облите. Веди в центр. На другую сторону летим. Летим на другую сторону. Блять. Забери папер. Ну ты говоришь, забери, потом переагриваешь. Удачи. Бейте валик. Дайте гнев две вальки. Бейте быстрее, прохиливайте сейчас, у вас шпана летает. Да, Берн, вы гоните, чего вы двух танков уронили? Это Берните быстрее танка. Прохил отсобливым забирай на себя, прохил еще прохил.
Вести или нет? Нет, бейте. Бейте. Переводите 2% гнев, дадите просто и все. Гнев дайте, дайте гнев. Глича играем чисто. Вернее, сейчас будет. На Далоре. Еще раз не дайте. А там было СС на БДК или нет? Бейте первого духа. Бэров у нас нету, да? Есть, но я мертв. Первого духа убиваете. Агро. Диспельте файл. Ну все, умирается там говно. Пеппер, что это тактика галактика была? Объясни мне. Сам забираю себя. Так а что ты пытался сделать? Жнецам на себя взять. Забирал на себя жнеца, ты не переагриваешь, и забираешь его, когда не надо, и потом падаешь. За 5 секунд до жнеца я забираю с тебя босса, ты ждешь, пока на мне появится жнец, и потом забираешь на себя лича. Ну... Я эти об этом в ЛС не написал, ты, может, не готова была. Сейчас так буду делать. У тебя, кстати, Адон еще не кидает метки на валик. Да, я знаю. Прожитый день счастья. Крона Кай Кристо. Ты можешь мне, кстати, ассисты дать, у меня ДБМ покидает всю эту херню. А, я там, короче, это Манчестер, а не дисплеил. Я думал, он сам себя сдисплеил. Уронили. Как бы, как это? Вопрос там, ГП за что именно? Да хранит тебя свет. Как бы банков уронили? Можно не дали смерть, а скорбин. Где ты? Чё, вот что, ну два танка. С промежутком в одну секунду умирает. Это вообще не прикольно. Надеюсь, ты найдешь что-нибудь полезное. Проявляй милосердие. Эксбелиан, 3 секунды. Дестроинг. Каждый прожитый день. Спать сам останка. Пожалуйста, 1 секунда. На этой карте, по сути, сколько за 10 секунд, 100. Тычка летела на 40%, потом еще раз тычка. Это парихаст. Да. Это не парихаст, это прогон лица. И лич бьет каждую секунду, а не каждые две. Это отсылка была. Так он, значит, под жнецом заковырял танк? Да, ну, с прогон... Смотри. Лич бьет каждые 2 секунды, когда жнец прокает, лич начинает бить каждую секунду. Ну, тут еще есть дебаф от протопаладина и от деката где-то каждую секунду и 3, где-то так.
Тут видно понятали смерть. Два раза он за. Ну, два раза он ударил, 2.44, 1 и 2. Давай, серебав. Там фрешмоте, что ли, танчили? Пеппер, не делай так больше. Дайте пристабав, все уже здесь. Как он сделал? Жнеца воровал. Поднял на себя и сдох. Получил 40 сначала от мили, 0.5, а потом еще 44 от бафа. Ты понимаешь, что я убила с ворованным жнецом? Я же нет. Ой, да ладно, короче, запускайте вот это вот сейчас разбираться. Таунтить или не таунтить? Мне пофиг. Да не таунтить, просто первый раз ты таунтить, чтобы если что он... На тебя перешел. Да удар или смерть здесь не спасет. Альфрус тут? Папа. Давай заканчиваем. Быстрее. Пацаны, сразу говорю, там, кто может сам себя диспелить, это присты. Паладины, да. Шаман. Испелите себя сами. Обновите кулак по магам, пожалуйста. Кто кулаки баф? Как состав на анбаф? Вот поменять только одного ханта. Одного друида. И все, он баф. Вара, не хочешь поменять? Ну да, и Вара еще. Это вам не лизо не делает. Дамаж. Наверное, символ у нее стоит. Да? Да. Это нелогично. Почему? Потому что... Ловушка вылетел. Потом тебе расскажу как-нибудь. Нужно подойти поближе. Я пока не могу прочитать это заклинание. Чума, смотрите. РВД ловушка. Фион, чума. Диспель. Чего отходишь-то? Вставай, если можешь сам. Подожди, сейчас будет заражение, встанешь. Не пускай стоит. Дайте мир по Фионе. Мир по Фионе дайте. РВД ловушка. Каску дайте, МП-5 по шаману. Смотрите, ловушка где? Милики. Проводи папер вперед, чуть-чуть РБ сместились левее. Вторую шапку еще не бейте. Стоп масс. Чуму смотрим. И веди уже в РДД зону. Англив чума. Резиденциум чума. Диспел. Инкорпорей чума. Заводи. Заводи на край. Пошли на край уже. Танчестер, милики, ловушка. Заходим на край. Отвернет нас, Пеппер. Я первого на полю. Да пребудет с тобой благословение. Чё-то изи. Удачи. Да будет благословение. Чё ты с Алла не диспелишь, Альчик? Я на ханте. Или ты имеешь в виду Бирсу? Она вся скипывается до второго шаркаря. На поле этого духа
тотем, гим, нет? А, ну поставьте тотем и дайте гим на ману. Я забываю, извиняюсь. Ты же хил. Осквернение милити разошлись. Дайте гнев. Звездочку стали. Спину. Давай рост. В сторону сейчас выходим, вышли по сторонам, зашли с осквернением. Мастер Аур. Ну, не достану я вальки. Дайте гнев, гнев дай. Пеппер, дай гнев. Можно Инер по холи пау. Дайте по... и по Фионе, да. Олег, читай Дим на ману. В центр, веди в центр. Крашман. На портал становимся, на портал. Валик бьем. Осквернение. Разошлись. Вальку добили. Осквернение. Смотрим. Бегите на эту сторону. Заражение про хил. Дайте инер по хилам, по фионе. Все, стоим на краю. 1%. Переводите. Гимн будет еще? Ну, если так сейчас читает гимн на ману, то да. Читайте все гимн на ману, у кого есть. Ставь тотем. Не ясно, считай гимн на ману. Аркинон Порос. Это было не очень хорошо. Хорошо, что не дыхнул. На пульсе дух, пожалуйста. Заберите последнего духа, сверху добейте. Собрались в центре, побежали на портал. Я параллельно духа поведу. Налево побежали. Бьем духов. Тут можно постоять пока, покурить. Чуть-чуть проходим вперед. Стоим тут, не бегите. Стойте тут. Мастера он. Не надо ничего, давайте на сейчас выкинем. Чуть-чуть вперед прошли, в угол и все. Осквернение на котике, отлично. Стоим, бьем духа. Веди лича к духу.
Духа бейте. Уходим к трону быстрее. Где поперхлопы? Осквернение. Инар ДЦ просит. Да, взяли Инару. КД у меня. Да, 5 секунд сейчас лезет уже КД. Перебегаем к порталу потихонечку. Сейчас нас комнату заберет. Сейчас в комнате, да. Собрались в центре. Побежали на портал. Налево бежим. Да, там певчий ворвался просто. Божина. А, понятно. Ну, учится человек, видишь? Он, походу, даже из Дискорда вышел, что прилагало. Да не, я таким респектую, Олег, на самом деле. Ты встаешь на темную сторону. Правильно, дело, надо еще медитацию. Все нормально, все будет. В портал бегите. Откиньте духов, откиньте духов. Резнуть кого? Да, Фиону поднимай. И Шоня, давай тогда Диверуфлага поднимай. КД. Тогда Крашума поднимай Диверуфлага. Смотри, смотри, смотри. Паша поезд сушением был. Вот, а блин, это... вот это вот скилл, пацаны, вот это я уважаю. Надо уметь крутить. Иди быстрее. Ну все, жопа. Все, стойте, тут никуда не ведите. Переходи на другую сторону платформы. За звездочкой беги. Беги за звездочкой. Веди сейчас за звездочкой. Там, когда выйдем, откиньте, пожалуйста, духов. Побежали на портал. Бежим налево. Они просто в топы вырываются, чтобы забрать, сколько там 1DS упало за весь рейд. Стойте, тут пусть взорвется бомба спереди, побежим. Побежали. Перебегайте на другую сторону быстрее. Откиньте духов. Вот, вот, вот сейчас. Надо было в прошлый раз так сделать. Да, и теперь Олег, просто стойте на месте. Надо еще дотать лича, чтобы урон больше был. Может, пальцев парочку раскинуть по духу. Блин. Че, Танчестер выбрал одну доску. Поздравляю. Свою же, получается. Не, одна упала. Ну что-то вы мало вышли, там надо было на первой фазе и сушением трэш побить. Двадцаточку дали. Так что там было бить? Там 3 ретрика было. С
Там трэш был. Я тебя уничтожил, нет, я тебя. Нет, типа если еще символ поставить на 5 метров, там прям вообще можно. Пальцы там пораскидать. Долой специально сдох, но лечил его, Джерин просто обогнал, он поэтому и сдох. Ты не дал 20к ни разу, я обогнал тебя. Чего, Оскар почти 20-ку дал, да? Короче, ставлю жопу, выпадывает Дмитриус и Зов. Чекайте, пацаны, скриньте. Так может записывать тебя? Тут вдруг жопу ты проспоришь. Все, Дмитриус и Зов. Зови Тираноса пойдут, отвечаю. Глора нахуй. Мы сколько забиваемся, Анто? 744 голды. Глора и Кель. Глора и Кель? Не, я Грузов и Митриус. На 747, окей, у меня хватает. У меня 769 просто. Все, мы с Антохой забились, пацаны. Это прав будет тот, кто хотя бы что-то упадет из этого списка. Нет, тут два именно надо убить. Если ты угадаешь один или я один, это не считается. Так а не считается, да? Ну ладно. Вот именно два. Два угадали. Нельзя, мама. Аркус и меч. Ты понимаешь? Меня с тобой уже не забивали. Фалик и Митриус, алло. Успокойтесь. Да неплохо, сука. Чуть не угадал. Что там упало? Фалик рульцы. Мистер Бонеско, наверное, забирает. Что-то у него 73 приора мало, надо ему подкрутить ночью. Чем скажу? ГПшечки. А чё мне убийство Лича не засчитало? Да? У игрока недостаточно места. Какая добрая девушка. Доброго здоровья, долгой жизни. Какого хера мне, блядь, не засчитало этого ебучего лича? Да. Что за прикол? Гери не засчитывай. В треховальник летел и гимн пел. Были обычные завоеватели. Я там два обычных защитника выпил, Дима. Не, вообще за рейд. А, вообще не знаю. Руль с коня. Отстань! Нужно подойти поближе. Кто из вас ни разу не получал троих коня? Есть такие? У меня есть. Ну, получал Фиона? Успокойся! О-о-о-о! Мне нужна цель.
А Диокор тут в рейде? Че, со спать, да? Диокор, ты тут? А кто левый день? Спокойно. Кинь обычные печеньки, пожалуйста. Там шамановские. Я перед тобой в долгу. Спасибо. За фотку членов. Че, в РС сидели, да? Да, в РС гели еще в конце. Ну, сейчас. Шел новый вар, посмотрю, что там у них в сумку лежит. Че? Пошли в ЦЛК. Какой ЦЛК? Обычный. Ну ты же ходишь. Там он 10-й РС собирает. Идите в РС. Вообще-то ЦЛК сейчас собирает. В смысле? Ну, блядь, ну что смысл? Что-то я не вижу. Может, ты в Мурлоках? Да. Так не, что там, серьезно ЦЛК собирают? Да. А, сейчас. Ну, в смысле, серьезно, уже 16 человек в рейде, 18. Все нужно, да. Сейчас я посмотрю, что тут за вар. Короче, за 1550 бонусов плюс комиссию взял бисового вара плюс А8. Прикиньте, это как это так? У него, походу, даже капы подбиты. Да. Вара в игре себе. Я что-то сходил на амбах, посмотрел, мне понравилось. Схват. Это трейд убьет ли чё? Таша, опять ниже спустимся. А, давай.
Кто там ралить будет? Кому написать? Мне надо дойти на минут 10, я думаю, без меня трэш убьет. Ралить Скорбин. Хорошо. Скорбин, я отойду на 10 минут. Пока. Че, заходите, Олег? Окей, надо БДК, ретрик. Ретрик у меня уже было. БДК, ТД? БДК, танк. Булатин, что, БДК пойдешь танком? Ну ладно, тогда заходи. Я понял. Хорошо. БДЦ кидать, пати? А, сейчас тогда. Зашел уже им? Нет, ты скажи, на кого заходить-то. Я зайду. А я что, в ДЦ иду, что ли? Ретрик, ШП, демон. Давай, Олег, давай вместо ханта на ШП сейчас зайду. Ретрик, ШП, демон. Я на ШП сейчас зайду, кикни велпера. А, никого из этих... Давай магом заходи, Таша, это. О, магом зайду. Нет, у тебя? Чё? Да. Ты чё тут начинаешь говорить, и только конец фразы слышно. Точнее, как мага у тебя? Мага? Мага. Что мага? Кого мага? Типа, есть маг у меня или нет, что ли? Да. Есть. Зачем? Играть. Потому что я Бэтмен. На Бэтмена. Угу. Ну, типа, кстати, если кто-то хочет зайти, я уступлю место. То я, кажется, живот сорвал, блин. Что ты сорвал? Живот. Да. Я не знаю, у меня аж стул тут хуёвый. Я что-то походу на нём сидел. И что-то досиделся, что у меня теперь живот болит. О, я скидывал своё рабочее место. Если ты не видел. Там табуретка была с розеткой, да? Да. Пацаны, анролом непобедимого дадите? Или я сам заберу? А, я тоже хочу непобедимого. Давай на цифра. А, давай заролим. Давай. А там, у кого? Персер. Блядь! Я победил. Понимаю. А, все остальные не считаются, ребят. Нет, все остальные не считаются. Мы с ним двоим ролим. У кого остались персы в прошлом рейде 25 хм, только которые закрыли? Зачем тебе? А что? Я не могу. Стоп, у тебя уже есть все эти непобедимые? Есть демон в рейд. Респон, демон, алло. Че себе? Короче, я хочу зайти в Винс, взять квестик свой, но я не могу, мне выбрасывает на кладбище, там, скорее всего, по другой рейд сидит кто-то. Ну, типа, в прошлом рейде кто-то остался. Он по НСК сидит. А ты не пойдешь, Олег? Да не, не могу уже. Сам Иван, так, инкорпорет, хочешь на хэпала заходить? Алирос ретрик, а Сам Иван эрдрут, а да. Где два ретрика? Не? Ну ладно. Диспон же написал, что он в демоне.
Он вроде Африк, ну, я могу. Не знаю, он же сказал, что я выбит из земли. Не достаю. Слишком далеко. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Может эту черную магию сделать? Ну, ты вреди или нет? Да, вреди. А ты босс мамба, да? Да. А у тебя ренги есть? Есть, есть сейчас. А что там надо, я может куплю? Да есть у меня ренги, не парься. Сейчас подъеду. Тык по шкафу, тут ссылка. Поблочит, еще поблочит, У кого-то стрим-дот на заднем плане, что ли? Еще у кого есть фласки на СП? А кто там хотел? А? А вот он же есть. Да я типа этот, нету головы. Черный маги, кто хотел, присоедините в рейд. Да я, Барби. Сейчас подойду. А, это шторм. Ну давай ссылка тогда. Че, Олег, когда у нас начнут фласки выдавать и припоты? Когда будет человек, который будет их делать для рейда. Да, можно будет. Что-что? Да, Скорбин разрешил. Блин, Скорбин, разрешай. Ну, ложите голду с Накса в ГБ и будут фаски. Опа. 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 Я могу хуй положить просто. Опа. Значит, тоже дернете за хуй и упадет. Могу тебе лето даже. Сейчас, на минуту. Блин, так чё, у кого будет две фласки на СПД? Слышишь, надо демона походу брать. В смысле? Если спон сказал, что он не в демоне. В смысле, он ничего не сказал. Я с ним в ПМ перепишу. Барбитур, у тебя талик есть? Да. Понял, Альфари. Авша, у тебя талик есть? Нет. А у Бэтмена? У меня талик. Нету. Ёб вашу мать, сколько у нас? Ант. А, понял. А у Семи есть? Он рэпер-друг. Пофиг. Это не мешает Талику быть у него в сумке. Ну вот о чем я говорил. А он все подряд ролит просто.
Я тоже так буду делать сейчас. Бля, я забыл этот банк взять. Реги, 6 секунду. Давай я сломану тебя. Чё надо, я дам, у меня с собой есть. А 6 осколков грёз, 6 этих фиолетовых и 6 великих субстанций. Запомнил, Барби, ты не должен. А, инженер есть у нас, который стрелы делает? Есть. Все, давай обмен. Сейчас я принесу. Я релогнус. Я так включу. Сейчас буду на лече дела делать. У меня уже достаточно таких предметов. А, кому обмен кинуть? Сейчас, подожди, я зайду. Окей. Ну чё, где хилы у нас? В инсте должны быть, я сам понял. Есть. И Black Mamba здесь, и Сэмми Уан. Скажите за стеночку. Котика только нет. Сейчас Карбин, ты видишь? Ну да. Ну, у него выбора нет. Вот, началось, нормально. Большого убрать? Да, можешь забрать. Какой ДПС там кто-то ли будет? Ой, в этом рейде. Крепните звездочку еще, пожалуйста.
Какая молодец. Жалко, что не брат, конечно. Слава Украине. Где дом? Керам, слава. Сзади большой. Заберешь. Mm-hmm. Че у них хилит и танка вала? Хилы. Что, Олежа врубил музыку? Походу, просто решил послушать. И нам включить, чтобы мы ознакомливались. Подготовлено для ознакомительного просмотра сайта meetup.com. Ты что, говнует на не тебе смотреть? А ты какую озвучку смотришь? Блядь, не знаю, персонал 99. Да, он реально в ЛС скидывает, не разговаривать вообще с ним. Да, Себа, от тебя мы такого не ожидали. Вот, от кого-то. Может, в смысле не ожидали? Как раз должны были ожидать. Ты... Ну, ты такой вроде бы интеллигентный с виду человека, занимаешься такими вот вещами. А, кстати, сегодня ехал в маршрутке, и там дед порнуху смотрел. Надеюсь, гей. Не, там, короче, блядь, какая-то старая порнуха по виду. У него еще. У него еще, короче, Nokia такой старый, типа кнопочный. Вот. И там. Вот. Каким-то желтоватым оттенком на этом всем отдавал он, на этом видео. Он, знаете, он еще так его прикрывал, у него типа как вот под телефон, забыл, как это называется, штука. Чехол под телефон, и он, получается, типа он открывается, чехол, вот, и он этим половинкой чехла пытался прикрыть то, что он смотрит. Но от моего зоркого взгляда, минус один, чуть лучше. Уважаю. Да. Я буду таким же дедом. Порноху смотреть. Поставьте, пожалуйста, портал в Стальгорн. Стальгорн? И шкаф сразу ставьте, сумочки всех. Есть минуточка дойти? Быстренько. Быстренько. Угу. Ты что, это не Стальгорн? А вон там уже ставит. Я тыкнул. Чё, на сколько минут оскорбим? Я сумать. А кто что говорил там? Тихо очень. Нету шкафа. Это дурачок, конечно. Деспонт, поставь шкаф. Ау. О. Понедельник обоставать в Беларуси будет. Парни, есть у кого две спидофласки? Я могу помочь? Да, у меня есть. Это кому? Хейнт. Спидофласка, да? Ой, давай просто кулачки или фейкаты касочки. Инкорпорейтинг 5. Эфловый маг ташая? Ага. По инерам разобрались? Ясно, понял. Джонни, ты заливаешь по синтетику, рап, по Black Mamba и Сэмми там либо по себе, либо по ДЦ. Смотри сам. Не можешь ласки? Я бы вам сказал только на трех боссов в ДЦ. Ласки нет. Давай я сфоткаю.
Ты вообще без ничего. Спасибо. Нажимайте баф. Ну, скоро у тебя есть один маск? Откуда, блядь, я паладин? Да и чё? У меня есть ласка, кому надо одна на СПД. Не надо. Спасибо. А кто в ДЦ? Котик. Чё, я откуда знаю? Мне сказали просто на некоторых боссах спекнуться на Синдре и ещё где-то. Сможете втроём захилить без ДЦ? Так у вши холи приспит. Погоди, не этот, не... Запускай эрлор на себе, пинг. Инкорпорейт. Женя, ты здесь? Да, я здесь. Да нет, ты, блядь, ты подонок. Ой, извини. Короче, котик, давай, спекайся в ДЦ, будешь в ДЦ. Пока иди в ДЦ. Зря типа не сразу тренера. Пулять будем уже. Кулак повару. Лерос, кулачки разбах. Да, и ханту тоже. Котик, готова? Нет, подожди. Как реально чмок не забыл. Ну что ты там? А там сведик пики скидывает, сейчас будет. Кого? Все. Че он сказал? Лерос, убери, пожалуйста, коня. Вы сейчас смотрите внимательно. Три шипа разбейте в мелизоне. Булат еще налево побежишь, вон туда. Вот. Я направо убегу. Шипы смотрите. Те же разбейте, пожалуйста. Все РДВшники свичнитесь. Хан потом обратно отрывом в этот в мелизон упадешь. Зайди в мелизон, Хант. Сейчас лужу внимательно смотрите, за боссом можно не бегать. Лужа в рейд пойдет, вперед сдвинетесь. В рейд двигается лужа, вперед двигайтесь. Вперед прошли, шипы разбейте. Еще в рейд идет, вперед чуть продвинетесь. Мастер налет нажми. Меняйтесь мастерами. Вперед прошли, сокру нажал. Шипы разбейте. Гудлупа гимн хп прочитай. Лови босса. Рад встрече. Ты шай раздашь лут? А. Забейте хуйные шипы, бейте босса. Я даже 21 не дал. Кому осколки? Ну, пойдемте с трэшем драться быстрее. Не стойте там, кубос. Геннад, наверное, выше, да? Поэтому по осколкам посмотрите, пожалуйста. Да, я сюда, Скорбин. Кому... Сейчас. Кому кидать на этот... Диспел шмот? Присоедините. Все, вот мало. Давайте добегайте быстрее, погнали трэшбить. Там же не тратьте, правую пачку сейчас агрим. Да, я крыса.
это чаришки. Крыс в рейде. Это не рога. Джонни Хаммер в рейде, это пиздец просто будет сейчас. Встретиться. Ладно, извини, пожалуйста. Честь. За альянс. Моя баба так говорила, ты каждый раз хуйню будешь творить, потом извиняться. Так буду делать. Влад, заберешь? Второго приведу. Чем могу быть полезен? И второго забери на меня. Дебаф вонючий. Баф по крысе дайте, пожалуйста. Джонни, залей инер по синтетику. Вообще инер по хилам по своим раздайте. Сами может там по шаману либо по хулипалу дать инер. Идите в центр все. Че, Маслев начнем? Геннад, у тебя есть танк? Скажи, может, слева начнем? Да забей, зачем? Генатрус, у тебя есть танк? Все, понял, вижу. Спекайся. Может, пацаны дамажить хотят? Тогда первый бомжей нажмешь Геннад, вторых бомжей быдлоцикл. На второй фазе начинает танчить Геннад. На пулу в него отдадите. Вторые на пулу отдаем в быдлоцикл. Не забывайте косты сбивать. А после переходки на второй фазе в паладина давай, да? Или... Какого паладина? На второй первый фазе. На пулу, на второй фазе отдаем в Геннада. Вторые на пулу отдаем в быдло цикла. Два ДК у нас. Посмотри. А, понял, понял. Тотем поставьте заранее, пожалуйста. Дайте кулак по крысе, пожалуйста, Алерос. Первую пачку можно уже вызывать. Мики, спуститесь, пожалуйста, побейте трэш. Один превращается, нужно будет его потом тоже подклеивать. Сливайте обилы, 5 секунд контроль. Ухи сняли. Контролим сейчас людей. Три друида максимально быстренько законтролите, пожалуйста. Не убейте, пожалуйста, их. Продлите контроль и играйте дальше по боссу. Мы стопать будем. Все, стопайте дамаг, стопайте уже дамаг. Бомжей сейчас зовешь, пачку убиваете. Юбка до сих пор жива. Контроль, готовьтесь. Снимайте пухи. Убейте, пожалуйста, всех мобов сейчас здесь. Контрольте людей. Респонда законтрольте. Не заклеивайте их в мелизоне. Юбку убейте 7%, пожалуйста. Переводите босса. Добейте двух мобов, пожалуйста. Спускай сейчас вниз, когда духи упадут. Рано повел. Рановато повел чуть-чуть. Двигайтесь, двигайтесь. Два в мели аккуратно, не хлопать. Один еще в мели идет. Каз бейте. Все, отлично. Поднимайте рейд по ХП. А пулы есть, нет? Контроль готовьте. Снимайте пухи, готовьте контроль. Три в мили. Два в мили пошло, один в РДД. Аккуратно. Кота, кота. Ой, раздавайте. Кота законтрольте. Ферните его, пожалуйста, быстрее. Быстрее его ферните. Духи в мили-зоне. Внимательно, сокру нажал. Духов не хлопайте, катите их. Пойдет. Бля, ребят, не хлопайте, пожалуйста. В трэш все сыграйте, в трэш все сыграйте, абсолютно все. Духи смотрите, в мили очень много духов. В трэш все.